Завершает финальный раунд Анастасия Салас. Индивидуальное упражнение с мячом. Анастасия Салас, была довольно большая пауза перед выступлением нашей спортсменки. Тренер Дины Авериной подал протест. И вот наша девушка справилась с волнением, вновь собралась. И вот нам как раз показывают оценку. Первая оценка была ровно 28 баллов. Мы подняли оценку на 3 десятых. Три десятые. Очень нравится мне это упражнение Насти с мячом, такое зажигательное, веселое. Очень разные у Насти все композиции во всех видах. Она очень умеет перевоплощаться. Такой мы видели нежный, лиричный обруч красивый. Такой вот зажигательный мяч. Помним, оценка Насти в квалификации была 27,3. Ну и уже сейчас неизвестно, чего ждать от судей. От судей, да. Что финалы судят другие судьи. Нейтральные судьи, так сказать, из стран, которые не участвуют в гимнастике в финале. Но как так получается, что протесты могут принять? Поднять оценку после пересмотра. Главная судейская коллегия пересматривает в замедленном видео повтор. Ну и уже.